Всем привет! С вами я, Наталья Куткова. Сегодня наш прогноз на 25 мая 2024 года. Давайте посмотрим данный прогноз. Что нас всех ожидает и какая карта дня у нас с вами выпадает, да? На 25 мая. Вот такая карта. Тоже перевернутая, да? Такой человек не мог принять вовремя решение. Он что-то испугался, да, он нерешительно поступил. А у него был шанс сделать что-то хорошее и что-то доброе, но он не решился. Об этом нам говорит, да, перевернутая карта. Это одна из самых неприятных ощущений, на мой взгляд. Это когда ты мог что-то сделать, использовать свой шанс, возможность, и не сделал. Испугался, пожадничал, поленился. И потом находишься в состоянии кусания локтей. Но уже поздно. У каждого свои опустошенные возможности. Нет человека без них. Вот об этом аркан и предупреждает. Лучше сделать, пожалеть, чем не сделать. И опять же, это каждому о своем. Это перекладывание на свои обстоятельства и на свои действия, да? Итак, вот об этом говорится карта. Но если вы предупреждены у меня вовремя, да, то не бойтесь из перевернутой карты сделать плюс. И не опускайте свой шанс, который дает возможность к победе. Ну, я вас предупредила, а вы сами решайте. Как вам быть? Упустить ли свой шанс и свою возможность? Или же нет? С вами была я, Наталья Куткова. Пока-пока. Прогноз был на 25 мая 2024 года. Пока-пока.